Это было на заседании Комитета Госдумы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. Владимир Новиков защищал изменения в статью 77. Оренбуржцы внесли в нее сразу 5 поправок. Комитет Госдумы при рассмотрении учел 2 из них. По остальным были даны обоснованные ответы. В законе о местном самоуправлении должны регулироваться данным законом и прописано иными законодательными актами. Мы эту поправку убрали, потому что они и так чересчур много органов, которые их контролируют, и сегодня, честно говоря, их просто затерроризировали. Другой вопрос по частоте контроля, потому что там прописано было как бы 2 года, каждые 2 года. Мы предложили увеличить срок на 3 года. Мы нашли общий язык в том плане, что действительно нужно не чаще хотя бы одной проверки за СОЗов этого муниципального образования. За последние несколько лет это едва ли не исключительный случай, когда поправки из региона учтены при работе над изменениями в закон. По объему поправок региональные ЗАГСОБы отстают от своих федеральных коллег на 96%. Этот разрыв необходимо сокращать, считают оренбургские депутаты. Поэтому нынешний пример участия областного парламентария в работе Комитета Госдумы особенно важен. По словам Владимира Новикова, при рассмотрении новых законопроектов, принимаемых по инициативе СМИ, это должно стать нормой сотрудничества законодательных органов страны. Елена Давыдова, Роман Боричев, новости дня.